Все лучшее в нашей стране всегда старались отдать детям. И сейчас для детворы делается все возможное, чтобы она училась и развивалась в отличных условиях. Не так давно распахнула свои двери новая 12-я школа. И вот еще одно открытие – блок начальных классов в 17-й школе. Не секрет, что нашим школьникам на нелегком пути к знаниям нужны условия для учебы, отвечающие самым современным требованиям. И эти условия для них создаются и поддерживаются. В 17-й школе давно уже было тесновато, поэтому возвращение после капитального ремонта 4 новых учебных кабинетов, освободившихся в здании школы, где раньше находились другие учреждения, стало долгожданным и радостным событием. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул на открытии, что все очень старались, чтобы состоялось это событие. Не раз, когда мы приходили, смотрели качество выполненных работ, они были на высоте. И сегодня в срок мы завершили эти работы. Приятно, что к Новому году мечты сбываются. И вот я думаю, что одна из мечт директора школ – это закончить ремонт нашей школы. Поэтому всем большое спасибо. Для школьного коллектива это новоселье открывает замечательные перспективы. Теперь можно будет организовать обучение в одну смену. Да, мы открываем 4 кабинета для учащихся первых классов. И второй А-класс у нас будет обучаться тоже в одном из кабинетов. Благодаря этому вся 17-я школа во втором полугодии переходит на обучение в одну смену. С 1 по 11 класс. Я думаю, этому рады будут и педагоги, и ребята, и родители. И вот наступил самый торжественный момент. Глава Славянского района вместе с директором школы и учащимися перерезают красную ленту. Гости праздника побывали на уроках, осмотрели красивые и светлые кабинеты. Им все понравилось. Качественный ремонт, новая мебель, современное учебное оборудование, кабинет психолога и лингофонный кабинет. Но больше всех были довольны, конечно, сами младшеклассники. Что мы скажем по секрету? Нам не придется здесь скучать. Когда закончатся уроки, мы будем петь и танцевать. Спасибо! Ребята не скрывали своей радости от получения прекрасного подарка в чудесное предновогоднее время. У нас самые хорошие классы. Они просторные, светлые. Мы обещаем, будем учиться только на 4 и на 5. Эти классы самые лучшие. Я прихожу в школу, чтобы узнать очень много интересного. Мне нравится здесь учиться. Тут ни один ребенок не будет скучать. Сегодня радостный для нас день. Сегодня открыли новые классы. Они очень красивые, в них все есть для учебы. Как раз перед Новым годом нам сделали большой подарок. Учителя, конечно, были очень довольны открытием этого блока. Им станет удобнее работать, и они больше смогут сделать для ребят. У нас здесь новых 4 кабинета, где есть все возможности для обучения, развития детей, много дидактического материала, много игр. Нам будет легко и интересно учителям работать. Не за горами Новый год, и его 17-я школа встречает с приподнятым настроением. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».